вечер, уважаемые телезрители! Мы рады новой встрече с вами! Добро пожаловать, гости дорогие! Мы приглашаем всех в школу пешеходов! Вместе мы быстро и весело выучим правила, как надо вести себя на улице, а там, где есть машины. Правильно! Правила дорожного движения очень-очень важны. Поэтому играйте вместе с нами, чтобы их выучить. В прошлый раз, ребята, мы познакомились с другом всех пешеходов и машин. А сейчас давайте-ка вспомним, кто это с помощью загадки. У него всегда три глаза. Он не смотрит всеми сразу. Два любых глазка прищурит, а одним не спит, дежурит. Он глазами говорит: можно ехать, путь закрыт. Или: внимание, постой! Кто же этот постовой? Светофор. Правильно, это светофор. Он находится на дороге для того, чтобы мы знали, когда можно переходить через дорогу, а когда нельзя. А сейчас, друзья, давайте вспомним, какие цвета у светофора и что они означают. Красный свет — нельзя идти, желтый — приготовься, а зеленый — в путь. Молодцы, все правильно. А теперь скажите мне, видели ли вы когда-нибудь на дороге нарисованные белые полосочки? Конечно, видели. Вот, например, мы сегодня с мамой шли по ним. А что они означают? Они что, просто для красоты нарисованы? Нет, ребята, эти полосы нарисованы не для красоты, не просто так. Эти полоски называются пешеходный переход или зебра, так его еще называют. А как вы думаете, почему он так называется? А я догадался, потому что у зебры тело покрыто черными и белыми полосками. Совершенно верно. Именно поэтому пешеходный переход еще называют зеброй. Да, и правда, похож на настоящую зебру. Правильно, Дашенька. Там, где есть проезжая часть, то есть дорога, по которой движутся машины, дорогу нужно переходить только по пешеходному переходу. Это нужно всегда помнить. А как? Я вам сейчас это покажу. Вот давайте-ка представим, что это наша с вами дорога. Дорога, по которой мчатся машины. А сейчас представьте, что вы водители. Вы можете управлять машинами. Бери, Дашенька, свои две машинки, а ты, Ванечка, свои. Твоя полоса это, ты едешь в этом направлении, вперед. А Ванечка в противоположном направлении. Поехали! Вот машинки ездят. Давай, вот так вот. Туда поехали, да? Хорошо, получается. Теперь все возвращаем на место. Держи, Ванечка, машинку. А теперь смотрите. К нашей дороге подошли два пешехода. Эти человечки — наши пешеходы. И им нужно перейти через дорогу, по которой мчатся машины в разные стороны. Мы должны им помочь. Мы с вами должны сделать пешеходный переход через эту проезжую часть. Поможем пешеходам? Да. Хорошо. Значит, Дашенька сейчас зебру намажет клеем хорошенько, а Ванечка приклеит. Давай. Ну, положи вот сюда на клееночку. И намазывай клеем хорошенько края, все промазывай. Кто-то палочки рассыпал по дороге поперек, чтобы каждый из прохожих перейти дорогу смог. И машины, проезжая, замедляют сразу ход, потому что уважают пешеходный переход. Давай, Дашенька, передаем зебру Ванечке, и он ее будет клеить на нашу дорогу. Вот. И теперь смотрите, что получается. Машинки едут. Давай, Ванечка, помогай. И Дашенька. Машинки едут. Видят, что есть пешеходный переход. Видят, что собрались пешеходы и готовы переходить.
они останавливаются, вот правильно вы остановились, и дают дорогу пешеходам. Пешеходы спокойно переходят, ничего не боясь. Но, ребята, обязательно, перед тем, как начинать свой путь, сначала нужно посмотреть налево. Дашенька, а ты смотришь сюда, налево. А потом направо. Нужно проверить, нет ли машин. И теперь можно спокойно переходить. Ясно? Да. Когда пешеходы перешли на свою сторону, машинки продолжают путь. Продолжайте, переезжайте через зебру. И спокойно едут машинки по своим делам. Вот так, все очень просто. Запомнили? Еще раз хотите попробовать? Да. Давайте. Еще раз. Едут машины. Едут машины, а здесь человечки идут. Машинки увидели, что пешеходы собрались у перехода и затормозили. Они же уважают пешеходов, уважают пешеходный переход. Теперь куда будут смотреть наши пешеходы сначала? Направо. Налево. Посмотри налево. Налево, а потом направо. Машинок нет, можно идти. И смело пошли пешеходы по зебре. Молодцы! Но бывает так, ребята, что возле пешеходного перехода еще стоит светофор. Такое бывает очень часто. Так вот, друзья, если возле пешеходного перехода стоит светофор, тогда дорогу переходить по зебре нужно тогда, когда горит какой свет? Зеленый. А если красный горит, что нужно сделать? Стоять. Стоять и ждать, когда же светофор сменит свой цвет и загорится глазик зеленый. Но всегда нужно помнить, нельзя идти на красный свет. Даже, ребята, если машин немного на дороге и едут они не быстро, двигаться нужно только по правилам. Это должны всегда помнить и взрослые пешеходы, и маленькие пешеходы. А вам, ребята, все было ясно сегодня? Да. Вот хорошо, мы с вами отлично поиграли и очень хорошо позанимались. А сейчас время уже позднее, давайте прощаться. До свидания, друзья. Доброй вам ночи. Пусть вас оберегает ангел-хранитель. Звезды светят самого.